Друзья, всем привет! Ну что, продолжаем нашу техническую часть. Перед нами передний рычаг, и нам нужно выпрессовать шаровую из рычага. Если у вас нет пресса, вы можете воспользоваться вот таким вот инструментом. Что за инструмент себя представляет? Вот такой вот съемник шаровых приводных для авто, полноприводных авто, 4 в 1, 10 предметов. Здесь получается паспорт какой-то лежит для технического изделия, вот так это называется. Вот такие набор всяких разных коронок съемных, шайб идет. То есть здесь в данном случае можно как раз будет попрессовывать. В принципе, как обычно, то есть используется такая часть, и вот кручу, можно наблюдать, как шаровые уже выходят из своего места. При меня очень прям вообще усилие легкое. Ну, а дальше здесь посадочное нужно использовать уже на 24 миллиметра головку. Можно длинную, можно короткую. Но поскольку длина ограничена, вот эта часть, чтобы выходила шаровая, то лучше выбрать покороче, что-нибудь подходящее, проходящее в это отверстие. Ну, в целом, ребят, вот такая короткая. То есть, если нет у вас ничего, то можно купить такой съемник. В районе, на зоне я его нашел нам. По-моему, не ошибаюсь, там 4000 рублей он стоит. Удобненько. Можно тачки, также на тачке такой же штукой заниматься. В целом выглядит это все вот так. Выпрессовывается очень прям легко. И точно так же можно его запрессовывать, что в целом удобно. Ну вот я поменял уже, поставил головку на 24. Она как раз четко под отверстие подходит. Самое важное, это чтобы вы четко наметили и головка давила не в центр шара, а по краям. Ну, примерно так. Ну, собственно говоря, вот так все это дело происходит по выпрессовке. Ну, запрессовывается в обратной последовательности. Ничего сложного нет в этом. Как я вам говорил, головка на 24 четко проходит. И у нас фактически вот выпрессовалась шаровая. Немножечко я добавил только ВДшечки, чтобы полегче выходило. В целом вот так будем теперь запрессовывать в новый гнутый рычаг. Далее покажу, как это делается. Ну, собственно говоря, вот так вот я его запрессовал. Используется такая же шайба и другая шайба. И вот шаровый уже сидит в новом рычаге. Вот, собственно, вот так все это дело выглядит. Так что ловите очередной лайфхак. То есть у кого нет пресса, можно не за 20 тысяч рублей пресс покупать. Если, например, там для квадра нужно, то вот этого хватает. Крутится достаточно легко, запрессовывается 10 легко. Но можно ли использовать это для ступичных подшипников, еще не пробовал, потому что у меня другой съемник есть. Ну, можно будет поэкспериментировать и попробовать вот с помощью вот этих всяких короночек. Ну, мне пока нравится. Дальше посмотрим. Здесь еще, знаете, чем удобство? Вам не нужно снимать рычаг полностью для того, чтобы заменить шаровую. То есть вы подставили эту скобу прямо на закрепленном рычаге и запрессовываете новую шаровую. Это действительно очень удобно. Ну, а то, получается, вам нужно будет пол морды разобрать. Как вот у меня в данном случае пол морды приходится разбирать для того, чтобы вытащить рычаг и его посунуть в пресс. То вот эта вещь достаточно удобная. Получается, что вам не надо перепрессовывать. Так что вот так вот примерно это будет выглядеть. Ну а далее про рычаги расскажу, покажу. Всем спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, это кому-то поможет и кто-то будет использовать такие подобные вещи в будущем. Сори за бардак. К сожалению, некогда мне прибраться, много других дел. Так что ставьте лайки, ребята. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, что думаете про этот съемник и насколько он может быть удобен. Всем пока!